На этой фабрике в южнокорейском городе Инчхон делают одно из любимейших национальных блюд – манду. Принадлежит производство крупнейшей в стране продовольственной компании. Она потратила миллионы долларов на то, чтобы построить специальное оборудование и выпускать манду высокого качества. Так компания хочет изменить представление людей, которые боятся покупать полуфабрикаты. Люди думают, что для замороженных пельменей используют дешевые продукты, такие как старая говядина. Поэтому мы позаботились о том, чтобы брать самые лучшие ингредиенты и делать самые вкусные манду, похожие на домашние. Внешне корейское блюдо напоминает русские пельмени, но все же есть много отличий. Манду делают с разными начинками. Это могут быть мясной фарш, овощи или рис. Рецептов много. Мы попытались воссоздать рецепт традиционного корейского блюда манду. Наша компания разработала аппарат, который склеивает тесто, придавая ему волнообразную форму. Такие манду подавали на королевский стол во времена государства Великий Чосон. Фабрика в Инчхоне делает 100 тонн пельменей в день. Три таких же завода работают в США. Компания расширила производство в Китае, а также открыла фабрики во Вьетнаме и России. Продажи концерна растут. Он рассчитывает, что через 2 года общая выручка от продаж манду достигнет 900 миллионов долларов. Руководство компании надеется, что их продукция станет второй по популярности после южнокорейского блюда кимчхи.